Мы почти приехали в наш город Диана Марина. Сейчас находимся где-то между Генуей и Сан-Ремо. И здесь очень хороший вид. Слева внизу парковка, вон наша машина стоит. Чуть-чуть предлагает вверх подняться и полюбоваться видом. Мы только что заселились в апартмент «Орхидея». У нас два балкона. Это вид с одного из них. Тут у нас вторая комната и выход на второй балкон. Третий и последний этаж, парковочка, вон внизу даже наша машина стоит. Отель двухзвездочный, но это как раз тот случай, когда не жалко 3 звезды, 4, а лучше 5. Вот то желтое здание, наша резиденция. Весной тут лимончики. Посмотрим, как осенью. Вот мы что нашли. Лимоны нет. А вот и гранаты любимых размеров. Идем, идем, идем на пляж. Сегодня будет. Весь он наш. На этом месте в 17 году стояла наша машина. Пляж. По-итальянски баньи. Только что покупались. Вода классная, выходить не хотелось. Температура, наверное, как и звездочки в отеле, заниженная. На веб-сайте 21.7. Там вдали находится город Черво. Мы в него скоро поедем. Сейчас же мы находимся в городе Диана Марина. Красный закат к теплому дню. Вид с нашего балкона.